Выглядит сити-экспозиция вот так. С виду это так называемые лайтбоксы, на каждом из которых размещена афиша. Но только с одной стороны. С другой – экспозиция из истории Зимнего театра. Это новый системный проект Сочинского концертно-филармонического объединения. Лайтбоксы освещают три этапа истории – проектирование, строительство и театрально-концертную деятельность театра. Это фотоснимки разных лет из фондов Музея истории Сочи. Поскольку нам важно не только приглашать Зимний театр конкретно в какое-то время на такое-то представление, в такой-то час, и для этого рекламная технология у нас работает, нам важно еще и рассказать людям о том, насколько уникален Зимний театр. Первые лайтбоксы установлены между колоннами у парадного входа Зимнего, и это только начало. Установят их между всеми колоннами. В темное время суток лайтбоксы будут подсвечиваться. Курорт необходимо наполнять позитивными артефактами, считает директор театра. В течение года здесь будет проходить не менее 4 выставок.